Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники культуры ДНР. Отмечают скромно, можно сказать, обыденно. Те, для кого организация торжеств и создание праздничного настроения – это призвание и ежедневная работа, еще обязательно применят свои таланты. Но пока до победы с концертами решено повременить. Когда говорят пушки, музы, как известно, молчат. В библиотеке царит привычная тишина, независимо от того, сколько посетителей в зале. Здесь не принято громко разговаривать. И во времена стабильности, и в эпоху перемен книга – это и друг, и собеседник. В библиотеке Харциска, как всегда, во все времена наши тяжелые, востребованы. Работаем в обычном режиме, люди приходят, меняют книги, задают вопросы их интересующие. Мы отказались от проведения массовых мероприятий в связи с мерами по ковиду и проводим все мероприятия в режиме онлайн. Это значит, что вы можете зайти на наш сайт «Харцизская централизованная библиотечная система», посмотреть презентации, видеоролики и другие мероприятия, которые мы проводим дистанционно. Сегодня заместитель главы администрации Харциска и начальник профильного отдела поздравили коллективы городских учреждений культуры, библиотеки, школы искусств, ДК и музея истории с профессиональным праздником, отметив их слаженную работу. Ни одно мероприятие в городе не обходится без вашего участия. Выставки, мастер-классы, круглые столы, игровая программа с детками, общение с взрослым читателем, приобщение их к чтению в целом, вот ваш творческий подход, ваши внимательные отношения, это дорогого стоит. Спасибо вам огромное. Оставайтесь всегда вот такими яркими, творческими, креативными, идейными. И пускай для нас с вами самой лучшей наградой за работу будет похвала людей. Еще раз с праздником! Грамотами главы администрации Харциска были отмечены коллективы городских учреждений культуры и отдельные сотрудники библиотек, школы искусств, городского ДК и музея истории. Несмотря на такую обстановку, все продолжают работать в полном формате и ждут, когда же наступит долгожданный мир, чтобы могли порадовать жителей нашего города прекрасными мероприятиями. А это так и есть, потому что все наши учреждения культуры принимают самое активное участие во всех мероприятиях. Мало того, творческие коллективы, солисты, театральные коллективы, наши воспитанники музыкальной школы, они принимают активное участие в республиканских конкурсах, в международных соревнованиях и конкурсных программах и занимают призовые места. Мы гордимся нашими ребятами и педагогами, которые вкладывают в них всю душу, весь свой профессионализм и опыт.